Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я вам покажу, как на устройстве Samsung Galaxy M12 произвести операцию сброса к заводским настройкам, то есть операцию Factory Reset. Для этого в первую очередь переходим в настройки, затем в раздел «Общие настройки», «Сброс» и выбираем опцию «Сброс данных», «Сброс настроек телефона до заводских значений по умолчанию». И затем подтверждаем, нажав «Сбросить», и затем «Удалить все». И после этого устройство будет перезапущено в течение пары минут. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока!